свежий выпуск «Одинцовской недели» уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. От Одинцова – Донбассу. В рамках акции «Доброе дело» волонтеры отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи. Пить или не пить? Неделя получила результаты анализа грунтовых вод Голицына. Юбилей старинных усадеб. Музей-заповедник Пушкина отмечает 35-летие. Экскурс в историю. Что общего между днем энергетика и электрозападней для фашистов? Верхом на помощь. Отряд готов спасать потерявшихся любителей лесных красавиц. Мы поинтересовались у жителей, какие вещи первой необходимости они бы взяли с собой в лес, отправляясь за елкой. Лопату и компас. И лыжи. Ну, сейчас у нас у всех телефоны, чтобы связаться, чтобы вызвать спасателей. Потом нужно что-нибудь обязательно пить, чтобы было, вдруг вы потеряете, чтобы не это. Ну и по погоде одеваться, наверное, потеплее, чтобы было. Вы знаете, я живу здесь всего 4 года, а в Казахстане лесов у нас не было. Культ каникулы в округе. Неделя подготовила расписание мероприятий на новогодние и рождественские выходные. Бери и катайся. В воскресенье 24 декабря в парке «Патриот» открывается главный каток Подмосковья. Об этом и многом другом в свежем номере «Одинцовской недели». Бумажную версию найдете на фирменных стойках, а электронную – на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!